Всем привет, с вами Никита, и сегодня у нас обзор. Сегодня я снимаю громоклинок Лея. Он может трансформироваться в два мотоцикла, в меч такой, вот такой. Тут еще есть фары такие, как ракеты. Они двигаются. Есть еще такой закреп, чтобы держалось, чтобы можно было держать. И еще тут есть две такие клипсы, которые помогают трансформироваться. Переходим к мотоциклам. Начнем сначала с машины, потому что она дает возможность мотоциклам трансформироваться. Тут такой есть язычок. Если я его подвину, тогда эти два мотоцикла отсоединятся и трансформируются в мотоциклы. Тут еще есть два робота, колеса двигаются, есть еще второе лицо, ну, я не покажу, просто время не буду оттягивать. Тут еще есть две пушки. На машине они стреляют, там такая пружина, и вот так получается, что она стреляет. Тут такие колеса есть. Есть тут такое колесо посередине. Переходим к героям. Это Клей, это два бота и, конечно, два монстра. Это запасная деталь, если потеряется пуля. Еще есть Некзосила. Вот она пуля. Похожа на гриб. Всем пока, с вами был Никита, до новых встреч!